А, собственно, новый проект уже готов. Да, друзья, современные технологии – это большое дело. Это вам не прямой эфир. Для вас прошли буквально сутки, а для меня прошло чуть больше времени. Давайте срочно вскрывать это, смотреть, что там у нас с вами получилось. А потом я буду показывать и все рассказывать уже подробно. Кто делал, что делал? В общем, в этом проекте участвовало три человека. Первый человек — Алексей Гармаш, на которого в предыдущем видео были ссылки, кто, собственно говоря, вырезал эти тяпки, кто закаливал, ну, не знаю, что он там с ними делал. Второй человек, конечно же, я, кто придумал весь этот проект. И третьего человека сейчас я вам озвучу. Чуть-чуть выйду из кадра, я уже кое-что вижу. В моем проекте это является никто иной, как Олег Алексин. Ссылочку на этого человека добавлю в описании, но вынужден предупредить сразу, что он старается не работать, короче, под заказ. Просто говорит, я как бы делаю ножи под заказ, но, скажем так, по родственным отношениям, грубо говоря, потому что мы с ним давно знакомы уже. Его нож участвовал в нашем проекте по кругу, который был там года два или три назад, я уже не помню. Вот он предоставлял нам на проект свой нож. Ссылочки я на этого человека оставлю в описании под видео. Но, тем не менее, он делает самостоятельно очень классные ножи, как бы на продажу. То есть покупает материалы, собирает, слесарит, делает и продает. Ну, нареканий на его продукцию я где-то еще ни разу нигде не слышал. В общем, люди его продукцией довольны. Ножи на самом деле классные. Так вот, по тяпкам. Сталь 95Х18. А здесь у нас на рукояти дельта древесина. А здесь у нас на рукояти старый добрый советский текстолит. Не знаю, рисунок получится показать, не получится. А, собственно, рисунка-то здесь как таковой нету. Кто люди как бы разбирается в этой тематике, те знают, что такое старый добрый советский текстолит. Ну, текстолит — это не новый китайский, еще раз повторяю, что он старый советский, потому что мне принес человек, которого лежал он где-то в запасах в каких-то гаражах. Если нужны ТТХ, под следующим видео я вам их добавлю. Собственно, это не последний видос, еще будет видос, так сказать, с пробами, работами этими тяпками. Ну, не знаю, нужны ли мне две тяпки, как бы подумаю, еще посмотрю. Возможно, одну выставлю на продажу. В общем, друзья, Александр Гармаш, ссылки в описании, кто продает эти заготовки. Олег Алексин, кто собирал мне эти тяпки, тоже ссылки все в описании. Ну и подписываемся на мой канал, ставим жирный лайк. Чувак.